Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Медвежьего угла Елена Горчакова. А хочу рассказать вам про новости Медвежьего угла. Ну, во-первых, огромное спасибо всем, кто помог Медвежьему углу с нашим ремонтом автомобиля. Собрано уже 9 тысяч, осталось еще 9. До достижения результата я могу ехать в Кемерово забирать свою машину именно в собранном виде. То есть этих 9 тысяч мне хватит сейчас, чтобы на расстоянии оплачивать запчасти, которые нужно было купить, чтобы они их ставили рабочие и так далее. А потом оставшиеся 9 мне понадобится, чтобы оплатить работу, всю работу, которую сделали по ремонту автомобиля. Это я сделаю, когда уже приеду в Кемерово. Потом обязательно сниму репортаж о том, как мы забираем автомобиль. Не знаю, либо я поеду вместе с сыном за ним, либо я позову дочь в Медвежий угол, она здесь останется сидеть с Сашулей. А я одна поеду в Кемерово забирать автомобиль. В общем, посмотрим, как будет лучше. В общем, там много еще всяких нюансов. Расскажу вам, потом вам покажу. Репортаж такой. Репортаж о том, на что я просила денег, как это застоялось. Благодаря вам, благодаря вашей помощи, дорогие друзья. Он будет обязательно в самые ближайшие дни. А пока немножко о хозяйстве. Показала вам, как я кормлю завтраком моих птичек. Как я утром их пою и кормлю. А кормлю я их комбикормом. Причем, комбикорм как? Покупной, но он покупной, не совсем покупной. Дело в том, что этот комбикорм, на котором мои птички так хорошо растут все лето, делает мой сосед Сергей. У него просто дома есть большая эта штука, как она называется, дробилка большая такая, и станок-гранулятор. Мы с ним в складчину купили зерно у ближайшего фермера, который я знаю, что он выращивает зерно без всяких там пестицидов и так далее. То есть у него все нормально в этом смысле. Почему я точно знаю, что нормально? Потому что поля этого фермера тут недалеко. Мы все мимо них ездим и видим прекрасно, как он ведет свое хозяйство. Это очень экологично. И мне Сергей дробит и делает комбикорм для моей птицы. Если я заведу другую живность, то примерно так же я пока и буду поступать, пока не обзаведусь своим собственным оборудованием для производства комбикорма. Оборудование не дешевое, поэтому не могу сказать, когда точно это дело состоится. А пока нужно готовиться к зиме. Для того, чтобы поголовье птицы, которое я оставлю на племя, спокойно перезимовало, я хочу поселить их на глубокую подстилку в теплый сарай. Теплый сарай я делаю из бывшей бани, которая уже свою функцию как баня не выполняет, и мне она как баня не нравилась, собственно, ни по планировке, ни по положению и так далее. Для того, чтобы выполнить этот проект, я уже сняла тут пол своими руками в бане в этой, ну, как могла, так и сняла, называется. Вот, значит, обнажились вот такие вот бревна, которые я сдвинуть не в силах, мне придется ждать зятя, когда он приедет, поможет мне с тем, чтобы убрать эти бревна. И вот эту вот стену я тоже одна убрать не могу. Я просто боюсь, что на меня может рухнуть потолок, если я стану одна это делать. Поэтому лучше это делать вдвоем хотя бы с одним сильным мужчиной. Вот так вот. Баню мы подготовим. Уберем все, что здесь есть. То есть все внутренние перегородки, весь пол. Я куплю одну или две, или три, или четыре, может быть, машины опилок. В Анжеро-Судженске на лесопилках ближе нет опилок, нигде лесопилки, только в Анжерке. Засыплю на пол, прямо на землю, слой опилок 50 сантиметров глубиной и запущу туда бактерии, бактерии для подстилки. Как минимум моя птица будет на этом зимовать. Ну, может быть тут будет зимовать пара поросят, которых я куплю еще. То есть как-то разгорожу, придумаю что-то. Вот. В общем, все животные, которые будут зимовать на теплой подстилке, чтобы производимый ими навоз сразу же превращался в отопление для них же любимых. На всякий случай я куплю для этого помещения еще инфракрасный обогреватель, и мне нужно будет продумать хорошо-хорошо систему вентиляции в этом помещении, потому что все, кто держит животных и птицу на опилках, говорят, что единственное, о чем нужно хорошо-хорошо позаботиться, это о вентиляции помещения, потому что спертый воздух и так далее. Видимо, эти бактерии, они тоже потребляют кислород.
То есть проветривать нужно как следует. Но учитывая то, что подстилка с бактериями разогревается до 50 градусов, я думаю, что это не проблема с проветриванием. Можно зимой впускать холодный воздух, в котором очень много кислорода и так далее. Думаю, в общем, все покажу, как оно будет происходить на самом деле. Посмотрим. Не знаю, опыта никакого нет. Я думаю, что я сегодня успею еще снять занятия школы травоведения. Бодренько так, потому что я очень благодарна за помощь. И считаю, что, ну, поскольку многие сказали, что спасибо мне за школу травоведения, что помогаете мне в ответ, как бы, считаю своим долгом теперь сделать занятия школы травоведения еще чаще, еще интереснее, еще эффективнее, так сказать, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Желаю вам всего самого-самого доброго. Огромное спасибо вам за помощь. Просто огромное-преогромное спасибо. И хочу пригласить вас в очередной раз в мой таежный магазинчик. Сейчас у меня в таежном магазинчике все травы, все сорта иван-чая, абсолютно все травы уже свежие. Нового сезона 2019 года. Если вы где-то у меня в таежном магазинчике увидите надпись 2018 год, не верьте. 2018 года уже все давно кончилось. Я просто не успела обновить страничку. Всего 2019 года. Заходите, пожалуйста, смотрите. А выбор у нас замечательный и огромный, и очень много хороших отзывов. Ссылка на таежный магазинчик появляется на ваших экранах прямо сейчас. Для того, чтобы попасть в таежный магазинчик, нажимайте вот на эту ссылочку, просто кликайте по ней мышкой, и сразу же переходите на сайт таежного магазинчика. Он работает в режиме интернет-магазина обыкновенного. Нажать на несколько кнопочек, до кнопки «Разместить заказ», и я увижу ваш заказ, и тут же вам перезвоню. Мы договоримся об оплате и доставке вашего заказа вам, мои дорогие друзья.